Давай перебирайся ко мне, у меня две комнаты. Платим пополам. Настя, что случилось? Хозяйка поругалась. Это что такое? Это карпы. Что сделали? Я не могу жить в квартире убийцы. Это дело принципа. Слушай, а, кстати, ты можешь пока пожить у меня. Спасибо, Костик. Слышь, Костяк, а у нас стиралка дома есть? Есть, есть. Мне это, хозяйка, она запретила кого-то пускать домой заселять, так что... Водянюк, а? Вот, это моя квартира, ну, точнее, не моя, а съемная. Проходи, проходи, садись. Что это? Это... Ты убийца. Убил маленькую, ни в чем не повинную мышь. Ты вообще монстр. Алло? Макс, ты извини меня, я что-то перегнул сегодня. Короче, если ты хочешь, приезжай ко мне.